Всем привет! С вами Нидзирамас. Мы продолжаем проходить шестой Resident Evil за Криса. Третья глава. Начинаем. Sir? What happened to Ada Wong? You remember? Captain? Where is she? She's leading Neo Umbrella. All these terrorists... She in the city or not? She's been sighted several times since the attacks began. Yeah, she's here. Tell the men we're moving out. Yes, sir. Damn you to hell, Wong. Да, в прошлой серии мы помним, у нас были воспоминаний, явно не из приятных. Так что у меня с боезапасом? Боезапас у меня, в принципе, приличный. Так, а как... А! Да. Не спуститься. Наши... Судя по всему... Да? Да, наши... Зажигают... Этих... Alpha to HQ. We're engaging a hostile. Pierce, Marco, everyone on me. We're going after that thing. You heard the man, people. Let's move! Go! Так. Ну вот это уже было внезапненько. Просто среди белого дня. Окей, среди черной ночи. Ну, нас взяли, украли. Какая-то хрень взяла, украла нашего товарища. Как так можно? Что за слизь? Что-то я сейчас вспомнил в пятом Resident Evil, как черная жидкость стекала. Так, ну это не она. Здесь, говорят, тут есть забавный прикол. Здесь есть площадка. Уи! Можно так сделать и... Да, это немножко странно. Но почему нет? Хоть, конечно, да, выглядит это действительно немножечко странно. И под немножечко я имею в виду абсолютно нахрен... Полностью странно это выглядит. Эх, я думал, я смогу туда перекинуться. Ведь я вообще никогда не понимал, когда вот вешают много постеров к одному фильму или к чему-то еще, вот много одинаковых постеров рядом. Нахрена? Ну да ладно, две штуки, ну так... Просто целую стену ими увешивать, этого я не понимаю. О. У меня откуда ни возьмись снова пистолет в руках. Хотя в заставке Крис был с автоматом. Медалька нам ничего не дает. В этой игре я их все не соберу все равно. Это нужно очень много подглядывать.
move in, but be careful. Ну, подожди. А? А, оказалось, там ящик за ними стоит. А вот коробка есть. Трава, по-моему, где должна быть тут. А, ну да. Кстати, удивительно, что у меня место еще есть. И при этом и гранаты есть, и прочее. Даже боезапас есть. Ну, это, наверное, сказывается то, что боезапаса мало очень. Вот на дробовик и автомат совсем немного. По одному слоту занимают. Кто здесь? Come here. Может, ты что задумался? Думать вредно. Так, слышь? Не знаю, как тебя там величать, но не надо на место. Ты чё ж так орёшь-то? Враги кончились, а ты орёшь. Так, забираемся. О, кондиционер. Нормальненько. Так, тут у нас что-то есть. А тут у нас просто ящики найти можно. Ладно, лезем наверх. Что ты тут делаешь? Они, кстати, могли хорошенько ударить успеть. О, светошумовая. Хоть она и не так полезна, как... Не настолько полезна, как... В 4-5 частях Resident Evil, но... Все равно очень полезная штука. Такс. Мы тут охренели, да? Тьфу ты наш. Да вы чё тут? Сговорились, что ли? Лепил. Как бы он меня сейчас не влепил. Так, ты где? Так, максимальной осторожности. Чё ж тут хрень нельзя перепрыгнуть? Тип еще жив. Че ж вы все тут мутируете-то? На всю голову. Какой-то каламбурчик вышел. Они же так на голову мутируют. Так, ну я сказал. Так, тут ничего нет? А вот, кстати, патрончики уже подходят к концу. Было больше 100, осталось 50 штук.
хорошо. И даже это хорошо. Так, это дверь. Это хорошо, а это дверь. Missing 6 months ago in Adonia. Уничтожить всех поганых тварей. Так, куда пойти? Где? Оп, ах ты! Джао на вертолете сидит. Тут наш. Так, мужик, я тебя вижу. Че, нету? А где? Где Джоао? Наверху, да? Упс. Слишком наверху. О, здорово. То что пинаться он собрался? Ну как тебе с подкатом в башку? Опа! Хватит регенерировать свою тушу. Ты чудище. Эх, промазал. Я. Да кто? Как ты сволочь? Ты достал. Регенерировать он все будет. Опа! Колонна дырявая. Охренеть. Не знал, что они разрушаются. Ой. Я вроде Джао сбил, а не вертолет. Че вертолет-то так улетел? Вертолет сам еще палит, кажется, да? А ну он палит по... не по нам.
Да вы задолбали. Честное слово. Вот тебе, тварь. Ах, тут хотя бы боеприпасы лежат, это хорошо. Осталось несколько штук. Там штук 5, по-моему, когда остается. Таймер вот этот, ну, счетчик нам показывает. Че, мужик не смог попасть, чтобы подняться? Беда-то какая. Так, перезапусти свой. Этот. Да вы достали. Сколько вы меня тратить-то будете? Так, последний остался. Too easy. Come on, keep moving. Captain, we should escort those two out of here. They'll never survive on their own. We're moving out. Let's go. We're gonna blow the door. Get ready. Ой. Так, и давайте-ка осмотрим, что у нас здесь находится еще. Находится у нас здесь еще вполне себе прилично так. Должно. Может быть, я уже все собрал. Но, ну здрасте, вы там так долго. А, я тут все собрал, что ли? Либо тут больше ничего и не было. Либо все поисчезало, когда битва закончилась. Ну, конечно, лекарство у меня хорошо ушло. Можно сказать, у меня, кстати, как раз ровно, по-моему, 6 делений сняли в этой битве. Двери. Кто тут такая деловая колбаса? Не признаются. Да, посмотрите-ка на них. Так, ящики. Ящики — это хорошо. Здесь это ничего не пропустил. О, здорово. The chopper's back to finish the job. HQ, come in. This is Alpha. The chopper's targeting us now. Everyone, bring that chopper down and bring it down hard. Ни хрена себе. Чё он там такое сделал? 4 куска у меня откусил сразу. А, это я шарахнулся, возможно, об него гранатой. Это было бы немножко логично.
там я как раз, по-моему, взрывом задел, значит, скорее всего, я сам себя задел. Так, гранатомет. Шикарная вещь, на самом деле. Я знаю, что тут где-то вводится к нему боезапас еще. Ты что, издеваешься? Ни хрена себе. Нет, это все-таки вертолет. Сколько же в тебе здоровья-то? Ты вертолетчья морда. Вот тварь, а. Фух. Так кто меня? Вот ты, тварь, ты сдохнешь. К чертям. Вот, все, дробовик берем. Они меня достали. Так, а где мне еще брать боезапас? А, вот там может. Вполне. Нет. Да, на вертолет попался обидчивый. Мы по нему чуть-чуть постреляли, все. Он теперь на нас. Че, мы даже не по нему стреляли, мы просто его приспешников сбили. Так, гранаты есть немножко. Ой, да ладно тебе, вертолетина. Чё ты? Заряжаем. Достал. Can't let them go. Our mission is to terminate the BOWs. But Neo Umbrella is after them. Our mission is to terminate the BOWs. I'm going after that BOW. Ada's not getting away with this. Captain, please, you need to think things through. Подарочек откуда-то пройти. Так, а что за лестница? А, просто куча лестниц в одно место ведет. Окей. Уи. Хотел эпично слететь. Как было в первой миссии, кажется. Ну, в первой главе. Стоп, а там что за место? А! Я понял. Там у нас... Это же то же самое поле боя, только нижняя его часть. То есть там вот Шерри с Джейком были. Нехорошо тут. Эх, ты чё? Заумолкался. А? Так, это, судя по всему, чья-то спальня. Телевизор. Ну, телевизор не нужен.
Хотя, сказать честно, нам эта хрень не нужна была. Эта медалька их. Собирай, которую вижу, но... Не знаю зачем. Иногда задумываюсь, а стоит ли вообще тратить на них пули эти. О, кстати, гранаты это хорошо. У меня гранатомет заряжен. Так, гранатомет. Вот. Зарежу ящик. Потому что почему нет? Опа. Что это я сделал? Так, короче, пушка. Там наши идут. That's the target. Damn it! Why won't this thing show itself? И что мешает зайти в ту дверь, если мы гонимся за этой штукой? Ну да ладно, не важно. Follow my lead, or I'll find someone who will. Do you even hear yourself? Fall in line, soldier. You heard the man. Let's move. How are we supposed to drop this thing if we can't even see it? Shut up and keep moving. О, коробочка. Так, а чудо. Подумал, что какого хрена происходит. Оказывается, какого хрена происходит, но все-таки не в том плане, в котором я думал. А тут ничего. Ну. Roger. Clear. Damn it. It's not here either. Так. Похоже на какие-то странные, немножко подпорченные кусочки колбасы. Судя по всему, это стоматологический кабинет какой-то. Черт. Крысам плевать вообще. Ходят и пиликают. Дайте мне пистолет. Так, стоп. А. Казалось, что там что-то есть, а там ничего нет. Ну здрасте. Балконом по лицу еще получить не хватало.
shit's in the way. Give me a hand. Everyone, report in. Pierce here. I'm on the third floor. Captain, I can't find Jeff. He's gone. Get a hold of yourself, Marco. Where are you? Second floor. Oh, shit. I think that thing's here. Target is on the second floor. You all need to come here now. Так, нам на второй этаж. Мне кажется, она сейчас меня на духу просвистела. Типа. Reed. God damn it. На еще на одного. Captain, I can hear Jeff. That's him screaming. Coming, man. Just hang on. Marco, don't move. Hold your position. Do you hear me? That's an order. Здорово. Давайте быстренько заглянем сюда. Здесь, кажется, Пирс у нас спускался. Или ты где спускался, мужик? Подумайся, ты где спускался? Тьфу, блин, где он спускался? А, во! Нет. Ой, да ну тебе! Да ну его, я не знаю, откуда он пришел. Тут я не вижу, откуда он мог прийти. А, вижу. Понял. Вопрос исчерпан. Что ты We find that piece of shit and we put it down fast and hard. Ой. Ты. Вот учись у Марка, кажется, да? Приземляться. Так, хотя я смотреть не могу. Poor bastard. I'm on it. Where are you, you son of a bitch? Да ты чё, угораешь? Где ты? Да я вижу, что он там. Ну, кстати, тут дробовик очень хорош. Не то, что во многих ситуациях других, где он не настолько хорош. Так. Иди сюда, гадюка.
Нифига себе, что я там учудил. Я сам не понял, что это было. Сдохни, гадюкинс. Так, подождите. Дайте мне подзарядиться. Опа, фига себе. Что-то я не помню, что здесь на улице можно было выйти. А, ну понятно, здесь абсолютно бесполезно находиться. Окей. Ты... Козлин. Гадюкинс здесь. Покажись. Утек. Фух. Я жду, она сразу меня убьет. Ох, черт, патроны кончаются. Плохой знак. Окей, патроны есть еще. Что, мне туда, что ли? Так, куда она делась? Ушла? Окей. Где ты? Чё ж она такая непрошибаемая? Ты сдохнешь сегодня. Не на того напало. Ты куда утекла? Ой, да ладно тебе, гадюка, хватит. Фух, успел. А сейчас уже патроны заканчиваются, по-моему, тут больше их нет. Верно? Фух, утекла. Так, тут на самом деле есть такое полусекретное местечко, если это оно, конечно. По-моему, оно. Где у нас кучка вкусности есть? Смотрите-ка, даже смогли дозаправить. А, тьфу ты, вот так надо сделать. Это не особо полезно для меня. Трава. Трава. Две травы. Мне почему-то казалось, что, конечно, будет красная трава. Но две зеленых тоже хорошо. А, тьфу ты. Я думал, там что-то такое. Вот такое вот небольшое местечко есть.
Мне кажется, вот этот способ передвигаться, это намного быстрее, чем ползать как надо. Никаких сил не расходует. Так, сейчас я быстренько схожу, осмотрю вот это место. Вроде, конечно, я тут все собрал, но вдруг... Что за стена, за дверь стоит? Простите. Вот какого хрена дверь стоит? Мужик, ты что в дверь смотришь? Мужик, не надо. Ну, здрасте. Уничтожьте BOW. Да, больше стрелять по этой штуке смысла... Смысла особого нет. Сейчас давайте-ка соберем траву. Так, до гадюки 20 метров. Ах, тварь. Ну, я уже не смог ничего сделать, когда она... рванулась на меня. Marco, are you okay? Marco! Так, отлично. Змеюку угасили. То есть они, по-моему, ничего не дали, да? Да не надо, я понял. Я понял. Подождите. А? Это что, шмётки? Шмётки змеи, что ли? Серьезно? Так, отсюда я могу туда попасть, к этим ошметкам? Нет, похоже, нет. Ладно, поднимаемся. Все, я не хочу туда. Я понял. А, это вот то, откуда мы пришли, нас гадюка уронила вниз. Вот мы здесь. Так, тут у нас дверь. Ну давайте-ка на этом мы закончим данную серию. Продолжу уже в следующей. Сейчас я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии. До новых встреч в следующих сериях.